Всем привет! И сегодня мы уже очередная у нас распаковка. Сегодня мы уже распаковываем оперативку. Тут упаковочка, конечно, покачественнее. Вот у нас сегодня G-Skill. Короче, всегда было интересно. Там на картинках, когда смотришь, наклейка это или радиатор. Заодно узнаем. Я-то уже знаю ответ, конечно, подержав ее в руках. Короче, что получается? Это у нас память. Две плашки по 8 гигов. 16 гигов памяти, DDR4, частота 3200. Так, тайминги у нас CL 16, 18, 18, 38. По-моему, на сайте было написано 16. Короче, ладно. И 1,35 вольта у нас. Распакуем ее. Довольно быстро она распаковывается. А я вам ножницы дурак взял. Блин. Что это у нас? У нас наклеечка есть, во, на корпус наклеим. Нормально, у меня там уже Аурус наклеена. Знаете, что у нас? Говорят, память это гонится херово, но мы это как-нибудь проверим. В этом видео не будем проверять. Нихера себе. Я сейчас пополам сломаю, блядь. Ну вот это вот зря они клеили сюда наклейку. Короче, вот такие вот наклеечки. Это все наклейка, это не радиатор. Ну, обычная память просто с вот такой вот наклейкой. Ну, она такая, даже не очень жесткая. Ее можно отковырять. Короче, самая такая банальная дешманская память. Только обклеенная наклеечками G-Skill. Вот. Ну, удобно то, что они очень низенькие. И они подлезут под любой радиатор. То есть, под башню процессора. И не будут упираться. В общем, короче, я в этом, под этим видео оставлю до хранища ссылок. Там будут тесты всякие. Подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. У нас была просто распаковка. Какой обзор можно сделать на память? Я даже не знаю. Ну что, память? Частота есть? Есть. Гнать мы ее не будем, потому что. Не в этом видео. В общем, всем спасибо за просмотр. Кто не подписался, подписываемся. Короче, не сказал, кстати, память стоит-то. Дешман. Память-то стоит вообще дешево. 35 баксов плашка стоит. Одна. Ну, такие вот дела. Короче, чуть не забыл. Вот теперь точно все. Пока.